24 сентября на сессии Совета депутатов во Львовском доме культуры состоялась инаугурация нового главы поселения. На прошедших досрочно выборах Эдуард Попов набрал почти 85% голосов избирателей. Эдуард Викторович, возьмите для себя как настольная книга 10 основных проблемных вопросов поселка, станицы, села, 10, которые мы должны решить в течение года. Я желаю вам здоровья крепкого, успехов в ваших начинаниях, а самое главное, чтобы народ вас полюбил. По традиции, вновь избранный глава львовского поселения принес присягу. Вступая в должность главы Львовского сельского поселения Северского района, клянусь соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, устав и законы Краснодарского края. С пожеланиями и напутственными словами к новому главе обратились депутаты, казаки, активные неравнодушные жители поселения. Самое главное, что здесь трудолюбие, здесь энергичность нужна, здесь нужен контакт с народом. Вот если все это будет, остальное мы поможем. Людям немного надо. Дорога, свет, вода и транспорт, чтобы ходил. А остальное мы сами возьмем. Хочется пожелать вам, Эдуард Викторович, терпения. Всегда обращайтесь к людям за помощью. Еще, может, вы многого не знаете, да? Надо учиться, как нам говорили. Никогда не стыдно спрашивать. Стыдно, когда не знаешь и не спрашиваешь. Обращаясь к депутатам и к активу, я прошу всех на первом этапе оказывать содействие Эдуарду Викторовичу, помочь, потому что все знают, один в поле не воин. Но когда мы вместе все соберемся, все нужно начнем решать наши же проблемы, мы все преодолеем. Глава поселения – это прежде всего огромная ответственность перед людьми. Эдуард Попов пообещал жителям сделать все возможное, чтобы оправдать их ожидания.